Всем огромный привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Мы находимся в магазине Fix Price по адресу город Ростов-на-Дону, проспект Сиверса 1. Для вас я подготовила большой обзор. В магазине очень много новинок. Давайте вместе посмотрим. Смотрите выпуск до конца, он будет очень интересный. Если вам понравилось видео, то ставьте обязательно пальчик вверх. Я желаю всем приятного просмотра. И первая новинка, которая в магазине появилась, это корзина для фруктов стоимостью 55. Диаметр корзины 23,5 сантиметра. Состав полипропилен. Корзина очень удобная и выглядит очень красиво. Есть в бежевом и синем цвете. Органайзер с перегородками. Перегородки идут в комплекте. 245 на 95 на 140 миллиметров. Материал полипропилен. Можно использовать как под посуду, так и под канцелярию. Есть в бежевом и в белом цвете. Емкость для миксера или блендера на 1,9 литров стоимостью 77. Материал полипропилен. Дата изготовления май. Емкость для холодильника объемом 3 литра стоимостью 149. Материал полипропилен. Банка для солений объемом 3 литра стоимостью 99. Банка сделана в России. С такой банкой удобно хранить и перевозить соленья, шашлык и другие продукты. В комплекте внутренний контейнер с ручкой, на дне которого имеется отверстие. Банка выполнена из высокопрочного пищевого пластика. Состав полипропилен. Банка есть в голубом и в оранжевом цвете. Емкость для продуктов на 1 литр. 120 на 120 на 145 миллиметров. Материал полипропилен. Есть с красной и желтой крышкой. Стоимость 50. Воронка для варенья диаметром 145 миллиметров. Материал полипропилен. Этикетка легко снимается без следа. Есть в красном и в зеленом цвете. Стоимость 18. Посмотрите, появились очень симпатичные стаканчики с трубочкой стоимостью 99. Объем стакана 450 миллилитров. Состав полистирол, силикон, пенопласт. Стаканчики есть в оранжевом и в синем цвете. Салатники объемом 1200 миллилитров. Изготовлены из фаянса. Стоимость салатника 99. Контейнер со сливным отверстием объемом 700 миллилитров. Сливной контейнер поможет удалить излишки воды и сохранить свежесть продуктов дольше. Идеально подходит для хранения томатов, ягод, зелени, чеснока. Состав полипропилен, стоимость 55. Бутылочка с трубочкой объемом 430 миллилитров. Состав стекло, сталь, полипропилен. Бутылочка идет в ассортименте. Стоимость 50. В магазине очень большой выбор кружек. Есть маленькие чашечки, такие вот очень красивые. Также есть с машинками. Есть побольше кружки в розовом и белом цвете. И вот такие вот маленькие с собачкой и с мышкой. Набор для пляжного тенниса стоимостью 199. Состав полипропилен, ЭВА, полиэстер, сталь, полиуретан. Наборчики есть в зеленом цвете, в желтом, в голубом. Появились новые интересные копилки стоимостью 149. Состав МДФ, акрил. Вот такие вот в розовом цвете,
красном и в голубом. Ваза стоимостью 77. Состав доломит. Ваза есть в розовом, в белом и в черном цвете. Украшение для сада. Мельница стоимостью 77. Мельница очень яркая. Смотрите, очень интересно. Состав полипропилен, полиэстер, сталь и стекловолокно. Появилось новое декоративное украшение стоимостью 50. Декоративное украшение подвесные ленты. Состав нейлон, проволока, ПВХ. Набор декоративных наклеек. Поверхность должна быть чистой, гладкой и плоской. Отделите бумажную основу и приклейте наклейку. Последовательно наносите элементы дизайна. Состав бумага полиэстер, стоимость 50. И есть вот такие вот декоративные наклейки. Набор фломастеров, яркая картинка на каждом фломастере. В наборе 12 цветов. Состав полипропилен, фибра, полиэтилен, вода, глицерин, тонер. Стоимость набора 99. Набор фигурных текстовыделителей толщиной 3 мм, в наборе 4 штуки. Состав полипропилен, фибра, вода, пигмент и глицерин. Стоимость 55. Блокнот в твердом переплете стоимостью 99. 72 листа, состав полиэстер, бумага. Плюшевый блокнот на 80 листов стоимостью 199. Состав бумага, полиэстер, фибра. Появились вот такие вот яркие блокнотики. Смотрите, какие они интересные. Листочки идут в клеточку стоимостью 199. Блокнот идет закладкой. И новые интересные маленькие блокнотики с гелем стоимостью 99 идут на 80 листов. Странички идут в клетку. В отделе книги тоже есть несколько новиночек. Книжки стоимостью 77. Очень большой ассортимент. Так что можете смело выбрать. «Дети и власть». Также очень большой выбор детских книжек. Вот вижу новую книжку, моя первая энциклопедия «Домашние животные». Посмотрите, какие яркие картинки. Текста тоже много. И смотрите, здесь можно указать, кому принадлежит эта книга. Смотрите, здесь целая коллекция. «Домашние животные», «Мое тело». То есть прям коллекция. Также есть «Мир динозавров», «Загадочный космос» стоимостью 149. А также есть книга с тактильными вставками. «Погладь». Тоже целая серия. В книге 14 страниц от 18 тактильных элементов. Стоимостью 149. Транспорт, сказки. И есть книга-песенка «Крокодилы гены». Тоже неплохая книжечка. Идет целая серия. Мимимишки. Зимовье зверей. Стоимостью 77. Деревянная игрушка. Трещотка на колесах, состав дерева полиэстер для детей старше 3 лет. И есть такой вот слоник. Детская игрушка «Изучай животный мир» 6+, стоимостью 199. Конструктор «Животный мир» с инструментами. Игрушка-машинка на радиоуправление. Работает от 5 батареек, 6+. Может ездить в 4 направлениях, стоимостью 199, работает на дистанции до 20 метров.
Игрушка «Летающий шар» со светом стоимостью 199 12+. Инфракрасные датчики, разъем для зарядки, в комплекте провод для зарядки. Время зарядки 30 минут. Сзади указана инструкция, как пользоваться. Игрушка «Головоломка» стоимостью 99. Объемная головоломка необычной формы. При сборке необходимо ориентироваться на цвет элементов и собрать игрушку так, чтобы каждая грань пирамиды была своего цвета. Набор «Большая мельница для песка». В наборе одна лопатка и одна формочка. Также есть игровой набор «Конус» и «Мяч» 3+. Стоимость 99. И есть игровой набор для песка. Стоимость такая же, 99. Игрушка. Планер со светом. Запускает планер в небо и наблюдает за крутыми виражами. Стоимостью 199. Гель для душа. Формула бережного ухода. Объемом 400 мл. Стоимостью 77. Гель для душа. Очищение, свежесть и тонус. Объемом 500 мл, стоимость 55. И новый гель для душа, тропическая свежесть, объемом 250 мл, стоимость 99. Жидкое мыло с антибактериальным эффектом, 750 мл, стоимость 55. Нежный гель для интимной гигиены с кокосовым молочком. Объемом 250 мл, стоимость 77. Пенка скраб-маска 5 в 1, очищение, устранение воспаления, увлажнение и уход. Объемом 160 мл, стоимость 55. А также в магазине есть маски с коллагеном, маски с гиалуроновой кислотой, стоимость 77. Все масочки по 77 тканевые. А также есть угольная маска-пленка, угольное очищение. Сзади указан способ применения. Стоимость 99. Такая вот очень интересная сумка на пояс. Состав ПВХ, полиэстер, нейлон, полипропилен, сталь. Стоимостью 199. На ощупь такая очень приятная, имеет 2 отдела на замочке. А также появилась вот такая вот сумочка Супербак стоимостью 199, состав полиэстер, ПВХ, нейлон, сталь. Сумка имеет 2 отдела, есть в зеленом, голубом и в розовом цвете. А также есть вот такие вот маленькие сумочки стоимостью 55. Состав ПВХ сталь в синем и в красном цвете. И еще одна очень интересная новинка — это щетка для очищения лица стоимостью 149. Щетка идет на подставке, устойчивая подставка для удобной сушки и хранения. Состав ABS пластик, нейлон. Очень интересная новинка за 149. Если кто-то уже такую купил и попробовал, обязательно напишите отзыв в комментарии. Щетка такая есть в зеленом и в розовом цвете. И появились повязки для волос в новом, в таком ярком малиновом цвете, стоимостью 77. Подушка дорожная, надувная, комфортное покрытие, эргономичный дизайн, удобная поддержка головы, предотвращает напряжение в плечах и шее, стоимостью 99. А также есть подушка дорожная надувная. Надувай легко при помощи помпы. Комфортное покрытие стоимостью 149. И появился набор сумок для перевозки вещей в чемодане. В наборе 4 сумки. Состав полиэстер, нейлон, ПВХ, сталь. Смотрите, как интересно. Есть в голубом и в сером цвете. Повязка для волос стоимостью 55.
смотрите, появилась такая интересная игрушка детская. Напишите в комментариях, у кого такая вот была в детстве. Лично у меня была. Стоимость 199. Салфетки с антибактериальной добавкой. Влаговпитывающая стоимость 55. В наборе 5 штук, 18 на 18 сантиметров, эффективная уборка. Салфетки очень хорошо впитывают влагу. А также есть салфетки универсальные стоимостью 77, 100% вискоза, в упаковке 10 штук. Смотрите, какие появились очень красивые ведра с красивым декором стоимостью 99. Тряпка для уборки за 55, 50 на 70 сантиметров. Идеально для сухой уборки, отлично удаляет пыль и полирует. В сочетании с водой и моющими средствами быстро и качественно очищает грязь от поверхности. 50 на 70 сантиметров. Очень красивые шорты для девочек. 92% хлопок, 8 эластан. Качество очень хорошее. Вроде бы не тугие, стоимостью 99. Смотрите, есть такие вот в зеленом цвете, есть музыкальные с вот такими вот с рисуночками музыки, сердцами. Очень большой выбор. А также есть трусы для мальчиков, 100% хлопок. Так, стоимость 55. Детские маечки на девочек. 100% хлопок за 55. Также есть маечки для сна, 100% хлопок, стоимость такая же, 55. И трусы для девочек, 96 хлопок, 4 эластан, стоимость 55. Детские шляпки я уже показывала. Состав 95 бумага, 5 полипропилен. Лента 100% полиэстер. Мне кажется, очень симпатичные шляпки. И всего лишь за 99. Очень хорошая стоимость. Шляпки очень красивые. И есть в магазине Панамки. Состав 100% хлопок. Тоже большой выбор. Стоимость 99. И я увидела, что появился универсальный ящик стоимостью 199. Материал полипропилен. Обратите внимание, что ящик идет на колесиках. Давайте еще немного посмотрим отдел с одеждой. Я здесь вижу еще несколько новиночек. Это что-то такое вот яркое. Блузка, смотрите, какая она яркая, с рукавом. Это идет на женщин. Мне кажется, очень симпатичная. Стоимость ее составляет 199. Состав 100% вискоза. И даже неплохой состав. Есть такая блузка в зеленом и в желтом цвете. Также есть женские шорты, смотрите. Стоимостью 149. Похоже на шорты юбка, но вроде бы нет. Такие вот неплохие шортики. Посмотрите, какие появились большие шляпы. Какие они красивые. В синем, в розовом, в желтом и в голубом цвете. Стоимостью 99.